Прекрасные платья сверкают и переливаются в огнях лондонской недели свадебной моды. Это мероприятие, которое обычно проводят в начале года, задает тренды. Все взгляды прикованы к новинкам сезона. Общая длина подиумов этого шоу – 10 километров. Это крупнейшее свадебное шоу британской столицы, поэтому каждый может найти что-то на свой вкус. В секции под названием «Белая галерея» расположились самые люксовые дизайнеры. Среди них модный дом Эллен Ханна. Его наряды в этот раз вдохновлены падающими осенними листьями. Наблюдая, как с деревьев опадают листья, я подумала, что такое же можно изобразить на платьях. На них листья и цвета очень яркие. Большинство нарядов из новой коллекции с осенними мотивами. Однако дизайнер говорит, что платье подходит под любой сезон, и весна не исключение. У меня возникла идея, что цветы, лепестки и листья, когда они опадают, остаются на шлейфе и снизу платья. Все платья этого модного дома делают в Лондоне, и стоят они от 2,5 до 5,5 тысяч долларов. При этом многие наряды, представленные на неделе свадебной моды, наденут лишь в 2019-м. Дело в том, что обычно на создание платья уходит несколько месяцев, да и выбирают наряды, как правило, заранее. Дизайнер Джилл Харви вносит последние штрихи в свое новое платье. Оно часть ее романтической, немного винтажной коллекции. Это платье проявляет нашу силу через отделку бисером, но это более мягкое и романтичное платье для невест 2019 года. Мы не делали юбку пышной, но она очень воздушная и романтичная. Такое платье стоит более 4000 долларов. А это платье Андреи Хоукс. Они простые и с чистыми линиями. Cleaner, more matte fabrics. Более чистые матовые ткани. Они, так сказать, немного упрощенные, но это наш стиль. Андрея считает, что невестам все меньше нравится блеск, и они все чаще отдают предпочтение матовым тканям. Ее платье стоит от 2 до 4,5 тысяч долларов.